Команда Лей, чего не хватило сегодня команде для того, чтобы победить? Не хватило голов в чужие ворота. В целом, как вот оценить ход матча? Были же у нас моменты для того, чтобы сравнять счет? На мой взгляд, игра вообще ровная была. Имели соперники моменты для взятия ворот. У нас были хорошие моменты для взятия ворот. Два мяча получили из-за ошибки своей же, да, центральной зоны. Забили, заработали пенальти, забили гол. Был еще эпизод, не буду комментировать, который мог повлиять вообще на исход матча. Вот. Ну а так что, Аланию с победой. Ставят задачу, желаем только успехов в дальнейшем. Идем своей дорогой.